DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Доброй ночи, друзья, с вами, как обычно, DJ Prophet, DFM Bassland Show. И сегодня у меня very special guest Витька Строгнов, мой друган, у которого недавно было день рождения. Я его еще раз поздравляю. И, собственно, сегодняшний эфир я отдал ему полностью под руководство, под музыкальный формат. Вить, привет! Подходи! Всем огромный привет! В общем-то, сегодня, я думаю, Витя разнесет в хлам нашу студию в плане энергетики, но на то его воля сегодня. С удовольствием. Айе, поехали. We'll be right back.
Вить, вкратце, что сегодня продемонстрируешь? Вначале у тебя идет порция, я так понимаю, хардстайла, да? Ну да, на самом деле это ро-хардстайл. Да. Да. Даже такой экстрим ро, экстра ро. Экстра ро. Ну а дальше разгоняемся по хардкору, как обычно. Да, все как всегда. Сначала легенькие, спокойные треки. Атмосферные. Мелодичные, позитивные. Ну а дальше с каждым треком все жестче, агрессивнее. Ну, как мы любим. Ну ты, главное, чтобы не закрыли мою программу, ладно? Огромнейший привет передаю всем тем, кто сейчас ВКонтакте, в ЭКОЛАВе смотрит нашу прямую трансляцию. Ребята, огромнейший вам привет, ребята, девчонки, из всех городов нашей страны, а также Украины, из Европы нас очень смотрят, много наших знакомых. Друзья, огромнейший вам спасибо за тот позитив, который вы в чате устроили. Огромный-огромный привет во все ваши города. Будут скоро рейвы. Ждем! Ребят, не переживайте, у вас все нормально с приемниками. Не, она не сломалась, это просто музыка такая. Разрывная, мега энергичная, конечно же. Собственно, она соответствует Строганову, его внешнему виду. А посмотреть на него можно у нас ВКонтакте, на его страничке, на моей, Строганов и DJ Profit. Конечно же. Также прямая трансляция на DFM, официальный аккаунт. What do you expect? The world rejects, reflects the human effect. Sick of all
all corrupt, every empire falls. For our survival, we will raise the walls. Hold on, the wrath is the end times now. To the sound of drums and trumpets, burn it down. Mount the beast and bring the end about. It's an all-out war, here comes the fallout. Here comes the fallout. Time.
сегодня проверка ваших звуковых систем на выдержку. Специально от Строганова, от хардстайла до хардкора. Как раз таки проверим. Для сегодняшнего эфира я выбрал, ну, самые, наверное, мои любимые, самые интересные, самые красивые треки из ро-хардстайла, из хардкора. Конечно же, все, что хотелось бы вместить, не влезает, не влезет ни в коем случае в час. Ну, вот такая вот подборочка сегодняшних треков. Кстати, будут и несколько треков совершенно новейшие, которые вышли неделю-две недели назад. Я обязательно про них скажу, там есть особенные треки. Да, ребята, Basement Show на DFM, и сегодня мега специальный эфир. Строганов, специальный гость, представляющий хардкор и хардстайл. Ну и сразу же скажу, что в следующую среду мы продолжим наше бесячество. Мы будем играть хардкор и драм-н-бейс, как мы обычно это делаем, будет битва. Начнем мы с хардстайла и дабстепа. Ну и дальше по старой схеме. Собственно, два эфира, две среды подряд мы дарим вам для того, чтобы покончить с этим вирусом, как он уже задрал. Качим на тренировку! Yeah.
Леха, этот трек специально для тебя. Да-да-да, я узнал. Я знаю, что он тебе понравится. Мощнейшее сочетание дабстеповых звуков и мощнейшей бочки рок-н-ролла. Broadcasting live over the capital. Новейшие треки, только что прозвучал с дабстепом. Этот и еще парочка, которых я буквально позавчера купил. Обязательно хотел что-то вставить в сегодняшний эфир. Ловите мясо! Экстра роу! Итак, сегодня музыкальное сопровождение полностью зависит от Строганова. Хардстайл. Роу! Друзья, ну это самая-самая жесткая, самая агрессивная музыка, которая только существует сейчас в танцевальном мире, в рейв-культуре. На самом деле в Европе просто колоссальнейшее количество людей любит эту музыку. Все самые-самые большие, самые крупные танцполы. Именно там звучит такая музыка. Ловите. Anger, hostility. Bang, bang, hammers in my head, in my head. Shut up! Yeah!
этот специальный трек я обязательно хотел вставить в сегодняшний эфир. Трек называется Endgame. Игры кончились. Все мои друзья, все родные, все знакомые знают, кому я направляю этот трек. Лови! Ребят, если вы хотите изгнать бесов из помещений либо из людей, вызывайте не экзорциста, а Строганова. Также избавляем от всяких вирусов. Шоу на DFM каждую среду с нуля до часу ночи. Сегодня специальный гость Виктор Строганов, Raw Hot Style и чуть позже Hardcore. Yep.
senses are ineffective, you may find yourself. О, вот это клевая тема. Друзья, на самом деле я огромнейшее, просто колоссальное количество поздравлений получил в день своего дня рождения. Это очень круто. Огромное спасибо за все ваши добрые слова, за все ваши пожелания. Каждое сообщение я читал аккуратненько, вдумываясь, вчитываясь в каждое ваше слово и принимал ту энергетику, которую вы мне посылали. Огромное спасибо, друзья! Это настоящее счастье! Да, ребят, кстати, можете по-прежнему поздравлять Виктора Строгова, кто еще это не сделал, он обязательно прочитает и, я думаю, поставит лайк, сердечко, отблагодарит. В любом случае, даже если нет, ему будет очень приятно. В хардкор, да и в хардстайл «Ломаная бочка». Собственно, уважуха всем музыкантам и вообще движущим силам этих направлений, то, что учитывают все-таки ломотняк. Собственно, мы поддерживаем с Виктором эти два направления и связываем их вместе нашей битвой, которая состоится в следующую среду. Вы готовы? Heartless.
everyone, this is Martin from Noisia from Holland, Neurofunk Kings on the Vision Recordings label. DJ Prophet, tune in. Respect. Oh, fuck, sorry. Вы теперь можете, ну кто не был на наших мероприятиях, где мы со Строгановым играли как сольно, либо back-to-back, теперь хотя бы на секундочку представьте, какая мощь творится, когда мы играем вместе. Собственно, пересечение аудитории и не без каких-либо конфликтов, без драк, без всего. Царит только любовь и любовь к музыке, да.
Итак, в следующую среду, 15 апреля, мы вновь с Витькой сделаем это безумство, хардкор и драм-н-бейс вместе, битва за позитив. Конечно же, самые клевые, самые мощные треки отыграем, как он, так и я. Поэтому в следующую среду, как штыки, в 23.55 будьте у приемников либо у интернета. И прямая трансляция вас застанет на моей страничке, также на страничке Строгнова и DFM, конечно же. This is Ed Rush representing Virus Recordings, very noisy background. DJ Prophet, Russian's finest. Собственно, такое направление вряд ли какая себе радиостанция, которая вещает на всю Россию, позволила бы. Спасибо большое, DFM, конечно же. Изгоняем бесовщину, и не только, и всякие вирусы. Кирюш, огромнейшее спасибо за приглашение. Кстати, в день рождения играл я на телеканале О2 ТВ. Вообще, у меня этот день рождения очень был необычным, самым-самым необычным в моей жизни. Я съездил к родителям. Ну, во-первых, весь день я готовил выступление для телеканала О2 ТВ. Потом поехал к родителям, моей любимой маме подарил цветы. А потом на выступление на телеканал. И все. Это был, ну реально, это был самый необычный день рождения. Но он был крутой. Он крутой был по-своему. Почему? Потому что все, что в жизни происходит, это очень круто. Это и есть жизнь. We'll be right back.
деле я недалеко от Витьки убежал. У меня днюха 12 апреля, у Грува, кстати, была 6 апреля, тоже поздравляем с прошедшим уже. Ну, а у меня наступает... Да, Жень, пользуйся случаем. Да. Мы все-все-все люди, которые любят рейв-музыку. Я от всех, от них поздравляю тебя с днем рождения. Конечно же, мы тебе желаем счастья, здоровья, чтобы все у тебя благополучно было с родителями, с семьей, с детьми. Короче, Жень, будь счастлив, мы тебя любим, обожаем и по-братски обнимаем. Yeah. Громлю! Ну и, кстати, так как 15 апреля у нас будет совместная битва со Строгановым, хардкор и драм-н-бейс, я буду готовить какие-то сюрпризы от себя. Значит, так что готовься. Будем отмечать твой день рождения. Да, да, сегодня да. Мой, следующий эфир да. Твой. И ты, кстати, тоже готовь какие-нибудь музыкальные сюрпризики. Такие, чтобы прям удивить. Слипкнот. Но это уже не удивишь. Кирюх, ну что, на всю страну вещаем, да? Ну куда ты столько? 211 BPM, ребята, 200! Дальше будет еще быстрее. Встряхнем! Чтобы вы понимали... Встряхнем страну! Уже еще, и куда еще? Но в следующую среду еще предстоит. Да, будет необычно, смесь хардкора и драм-н-бейс, это очень всегда интересно. И будет экспромт, экспромт! Да, обязательно, обязательно. Это вдвойне интересно. Вот под эти прекрасные звуки я еще раз хочу поблагодарить вас всех за то, что вы со мной, за то, что вы так же, как и я, любите эту максимально жесткую, максимально агрессивную рейв-музыку. Я люблю эту музыку, я ей живу. И ради того, чтобы почувствовать вашу энергетику на танцполе, я и занимаюсь этим. Огромное вам спасибо еще раз и до встречи на рыбах! I'm gladiator.
We are running for the end of this world. Take my hand and watch it burn. We are running for the end of this world. Take my hand and watch it burn. Watch it all go down in flames. With the cause in this fucked up game. The end of this world. Созвонился с Витей, говорю: Витюх, давай сделаем эфиры. Один твой, день рождения сольный, а второй бэк-ту-бэк, хардкор разбавить. Только давай чуть-чуть, ну, как бы помягче, учитывая аудиторию DFM и форматы и так далее. Сделал помягче. Ну вот специально для тебя трек. Вы, конечно же, знаете этот трек. Он очень подходит под этот эфир. Да. Мой день рождения в эфире DFM. Ура! Кирюша, огромное спасибо дирекции за то, что вот такое вот мясо да, на всю страну, на всю страну рубанули. В общем, ребята, в следующую среду мы бомбим вместе хардкор и драм энд бейс. Запись в скором времени появится. Да, как обычно. В общем, до встречи. Всем пока-пока. Огромное спасибо. До встречи на рейвах. С вами был я, Виктор Строганов и диджей Профит. Всем до встречи. Будьте счастливы!